Здравствуйте. Вот такие вот древние церкви, разрушенные еще в древние времена, везде встречаются. Как видите, алтарь здесь, все, что от него осталось. Рядом разбросанные камни, руины. Ноги камней от кладбища разоренного. Брошенное село. Древнее селище, где люди когда-то жили, здесь вот было. Видите, домовины на той стороне. Там граница фундаментов. Здесь вот они в низинке у ручейков. Тут слияние двух ручьев. И как раз здесь жили. Один ручей идет справа с той горки, второй ручей идет слева. Там гора, там уже снег, зима приближается. Скоро все здесь покроется снегом. Это вот вторая разрушенная церковь. Видно, что ее пытались начать восстанавливать, но бросили. Кладбище разоренное. Солнышко, когда начинает освещать, появляется тепло. Как только солнышко заходит за тучку, сразу холодно-холодно. Такая вот специфика в горах. Кресты. Горы вдали, покрытые снегом. Долина. Красиво, безумно красиво.